Говорю, возьми аппаратуру нормальную сразу. Нет, взял ту мебель. Я говорю, я не знаю. Я будь... сказал, что пиздатая аппаратура. Чё-чё? Я говорю, аппаратуру хоть в турнику заказать. И говорит, я бы тебе заказал пиздатая аппаратура. Но не буду, пожалуй. Может, он имел в виду, я бы свою ему продал, не надо заказывать. Я-то понял, что ты подъедно, но ты так уверенно это сказал, там. Понимаешь? Да я что, я где-то, ты летай давай, летай, во! Слушай, здорово видно эти диоды. Даже в моих темных очках. Газу, газу, во! Правильно, но только на ты не завис же. А ты завис, завис на секунду. Ну не считает. А, ну ее вставляю. Вот. Вот теперь точно то же самое проделай с большим временем висения. И попробуй управлять. Понимаешь, почему не висю? Почему? Я потому что не знаю, куда рулить, если он пойдет вправо. Так ты и попробуй. Попробуй. Не, попробую я их попозже. Мне надо... Буду уверен когда, что я справлюсь, тогда я буду пробовать. А так... Лизанов, Лизанов, ну ладно, все, давай как-то заеду, может, даже завтра. Вот не знаю, что ему сказать. ER9 там прошивка стоит. В принципе, там все переназначается, но она такая, блин. Ее программисты... Короче, настрой, может, возьми 1.5 рубашки. А как я настрою? Я в этой прошивке раз, я у Юры или у кого-то взял передатчик. Для меня эти цифры непонятные. Мне ближе, он значения не понимает, чему они там соответствуют. А00GTBT. Что это за канал и что это за кривая? Во-во, газу, 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 отлично, держи. Ну нахера, блядь? Нам надо было на Радугу его и отправлять. Газку, держи, 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 держи газку. Ну нахера, блядь? Ну ты же почему не понимаешь? Ну ты попробуй по крайней мере по двум вперед-назад правым стиком управлять, он у тебя никуда не денется. Если что, его вывернешь так же, или вперед кинешь, или назад. Вот это зря ты делаешь, блядь. Кабиной к себе проще управлять, когда он в инверте висит. Да, тогда сохраняется полное управление. Да, полное управление, симметрия управления сохраняется, понимаешь? Лево-право в инверте, кстати, не это. Газу, 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 отлично, отлично, держи, держи, ну нахера? Так далеко уходит. Блядь, да что за человек, ну ближе пробуй. Ближе уже нам, раз. Зря много, много. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Ты его не в горизонт, а прокидываешь. А куда? Ну, он у тебя не в горизонт встает. Маленько не находит, да? Да. Ну, держи, держи. Ну, блядь, Леша, ну, херня все это. Я потренируюсь с вами на симуляторе. Запомню, куда рулить. И тогда уже можно будет... Так пока хоть маленько привыкать. Заменишь у нас этого Виталия Липовенкова. Тут правда не стало вообще, да? Тут вообще ему похрену все было. Вперед, вперед, бау!
Во, газку, 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 держи, держи, газку, 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 дай газку. Ну, блядь, ты чё такой противный, а? А, ещё поднять надо. Ну, блядь, ну чё, чёрт, а не ребёнок, блядь. Когда в инверсии... Вертолёт поднять надо было. Когда в этом положении, это газку, это вверх.